Сань, хотя спрашивает, ты зарегался на Рутюбе? Нет. А оно мне надо? Так, надо чат же включить. Я забыл про чат. Санька пускай что угодно мне говорит. Я не понимаю его вот этого вот беспокойства. Я вообще не буду поднимать эту тему. По поводу закрытия Ютуба. Нафиг мне это надо. Так, ну что ж, вот оно. Тут на все вот это закрыть. Только лишнего на открыто. Всякого разного. Так, всем привет, с вами Stonecraft, и это Genshin Impact. Стрим по Genshin Impact, события сегодня еще будем продолжать. Надеюсь, хотя бы серебряную медаль получу. А потом усну, наверное. А, и модератор Вася с нами. Модератор Вася, а модератор Антон неизвестно где. Видимо, в облаках витает. Так. А, неприступная оборона, зов грома, безопасность прежде всего, операция «Громовой подрыв». Насколько можно? Где мой Архонт? Правильно ли я? Вот это уже раздражает, реально. Ты хочешь все пройти задания, а они не появляются. А у кого-то они и год не появляются. Это как на работе, блин. Жди задания, ждешь задания, они не появляются. Ну ладно. С работы еще не год хотя бы задания. Еще такого не было. Чтобы год задания не появлялись, то вы совсем дичь. Спящие медведи. Давай смогу. У меня 800 тысяч моры. Thousand мора. Thousand мора. Так, давай в чайник наливай. Наливай с пухляшом. Да, сегодня в эфире программа «Наливай с пухляшом». И я ведущий StoneCrush. Вячеслав StoneCrush. Уровень доверия, все дела. И Вася. Да, и Вася. Вася у нас тоже гость программы. Гвоздь программы. Он же не болт. Тара-тара-ран. Ой, угол стены поместья. Палисад старого города. Написал, блин, прочитал сначала. Уличный фонарь из Аралии, Рензо. Аралии через А, если что. Знамя на руками Агасио. Какое-то Агасио. Плавки рыбки. Коралл из красного металла. Окей. Все, и пошли отсюда. Боевой пропуск, если что, у меня закончен. Задания боевого пропуска у меня висят. Еще для боевого пропуска надо Хекюнин Ики пройти. А мне нафиг это не надо. У меня и так боевой пропуск. Че у меня тут вообще заболело? Височная часть заболела. Неприступная оборона. Ну, поехали.
Ты мне там хотел головоломки показать. Я сейчас сделаю ежедневки. Покажешь мне хоть какие головоломки. А нет, я еще буду делать события это. Как бы не заснуть на всем этом. Блин, вроде я поел, все равно какое-то чувство голода. Хотя поел нормально. Сейчас тут утону. Может, ты не утону. Сейчас посмотрим. Утону, не утону. Нет, доплыву, наверное. Доплыл. Защитите монолит. Ага. Сейчас разбежались, монолитом защищать. Монолит, монолит. Ой, 16 тысяч. Ой, уйди, уйди, бешеный. Кто там хотел? А, пайман надо, пайман. Я уже, конечно, привык к другому пайман. Который у нас сегодня был босс такой, пайман. Но не в Геншине. Экран кто-то хочет, чтобы я продемонстрировал. Вот, держи. Наслаждайся. Наслаждайся. Ну, у тебя что-то в почте светится. Да я в курсе. Да дайте почту. Дай почту посмотреть. Зараза такая, почту не дают посмотреть. Не знаю, что из этого выйдет, но ладно. Отведайте мои... Ага, отведай мои яймика. Попробуй ее на вкус. Давай. Получи от Юльки. Что-то не хочешь хотеть, Юлька, было бы 3 самки, 1 самец. Так у меня инфа есть. И чё? Я инфей тоже. Тянка. Так, все, да? Теперь можно спокойно почту почитать. Ага. Превью страницы версии 2.6, дуновение фиалкового сада уже доступно. Посетите страницу события в игре и получите 20,000 more. Спасибо, я ухожу. Дуновение фиалкового сада. Ага, Аяка и Аята. Окей, там сидят Аяка и Аято. Теперь отдайте мои Thousand More. Посетите страницу события в игре. Так, а, поделиться ей надо еще. Сейчас, сейчас поделюсь. А чем я, где я поделюсь? Твиттер, Твиттер забанен. Можно вырубить звук? Вот он. Фейсбук, Твиттер. Твиттер-то не работает. Твиттер не работает? Или работает? Так Твиттер работает или нет? Непонятно. А Фейсбук? Так говорили, что и Инстаграм не работает, у моего папы все работало. А что такое?
Действие учетной записи приостановлено. Тут вообще? Я тут. Галь, мне не быть тут. Я там полю, наверное, тебе свой твиттер. Ничего ты не понял. Код подтверждения. Если ты транслируешь игру, то видно только ее и ничего больше. Если транслирую рабочую частоту, все видно, я понял. Ну, короче, оно мне не делается. Ваш файл еще скачивается. Какой файл? Я ничего не скачиваю. Какой файл? Я ничего не скачиваю, эй. Мне не дают потенциал Зотмора. А, нет, дают. Вот, награда за предварительный просмотр версии. Все-таки дают. Окей, ладно. Я чувствую, мне мозги-то компостировали. Oh yes, I'll teach you right, mark my words. Words. Не words, а words. Тан-тараран. Это мой счастливый день. Нет, не твой, не сегодня. О, самураи. Благородные. Зачем я Да, держите. Бесполезные самураи. Все? Это все? Это все самураи? Я и Мика примерно как у меня. У кого я и Мика? Как у меня. У кого? Ну, ты посмотри, какая у меня я и Мика, и попробуй сделать такую просто, чтобы была. Мне пока качать ей неохота. Книг нету. Деревня Касеки. Блин, почему в последнее время, когда я запускаю Геншин, я начинаю засыпать? Я не знаю почему. Может, мне надоедает одно и то же монотонное вот это вот. Работа вот эта монотонная. Потерпи еще чуть-чуть, и будет сумера. И ты ее будешь проходить очень долго. Я не надеюсь на это. Эй, иди сюда. Просто какого-то нового добавит. Да я не думаю, что там много контента добавят. Добавят контент на один день и все. Не, там больше. Там вот действительно показали. Парирование ведут. Ну, парирование ведут, это, конечно, нехорошо, наоборот. Ты же знаешь, как мы любим. Это как я люблю парирование. Блин, киличуры прямо уже на дороге свое жилье строят. Еще и маги тут эти. Мага нет, оп, и взорвал.
Блин, игра реально подлагивает после дискорда. Это мне кажется, реально дискорд виноват. Ресурсы, видимо, берет какие-то. А я не я, и хата не моя, или как там было? Так, испытаница. Или жарко просто, поэтому. Так, ну чё? Сяо! Все, готово. Да, самый ненужный и бесполезный персонаж, по мнению кое-кого. Убивает очень быстро. Тридцать камней сносит. А то и 50 или 90. Да не, он не назвал лучшей девочкой, он назвал Ю лучшей девочкой. Ю? Да. Кто? А Кацин же лучшая девочка. Ой, простите, мы же не произносим здесь это имя. Кацин. Нет никаких Кацин, да? Все, Кацин нафиг не нужны. Хакуни-ники. Ты слышишь? Ты, Хакуни-ники. Ну, какой-то остров. А, это есть? О! Я заберу это. 1500 мора. Беда, в одиночку против всего мира. Ну давай. А, тут еще и сложность, вон обычная, тяжелая, эксперт. А ну-ка я на эксперт попробую. Первую. А у меня эксперт получилось сделать 1468. Ну и ж мой отряд тут, да? Попробую его сейчас. На эксперт же, а это... Поэтому у меня очков было мало. Я же делал сложность-то обычную. Поэтому всего набралось там мало очков. А, но эксперт тут... Тут жопа на эксперта. Не, не жопа. Для меня не жопа. Мне не жопа. Мне больше 250, мне тяжело. Ну-ка иди сюда, Юльку. Получи от Юльки. Да блин. Так, от Юльмии получи. Получи от Юльмии. Ага. Блин. От Кадзухи получи. Кадзуха, Какоми. Какоми. Кадзуха. Где Кайдахара? А где? Где враги-то, блин? Где какая Кайдахара? Чича? Чича? Так, Ито. Янь Фейка. Who wants some of this? Attaboy!
Рейзер, Нингуан. Сянка. Время уборки. Useless. Тодь, у меня делюк? Да. У меня нет делюка. Ты не надо, да? Фига Юлька зафигачила-то их. Ну, то есть 48 не тысяч, или 34? Неправильно это заказывать в гараж, надо ешки мне здесь сливать. Золотая медаль. Ох! 2500. Нормально. Ну я на эксперте играл. Я тогда на обычном играл, я же не знал. А подземелье игроков еще тут надо. Один день. Я не знаю, я не хочу подземелье создавать. Так ты же уже и так прошел ивент. Не, так там создать еще свое надо. Так создай примагемы, получи. Там нет примагемов. Лицо получи. Примагемы получи. Там нет примагемов. И нафиг иди. Там вот что, деньги и книжки. Ну не стоит оно того, чтобы, блин, время тратить. По мне так. Я создавать замаюсь. Долго очень. Беда в одиночку против всего мира. Сказал реально, ты мне опять послышалось? Нет, не сказал. Послышалось тебе. О, после вступления отряда в бой получают 60% бонус геоурона. Во как раз для Нингуан. Дебильный ремонт, да? Да нахуй нужен. Так, где первый урон? Для Сянки, Сянка. Надо было Хутау выбивать. О. Первый урон для Сянки. А, вот еще первый урон. Блин. Первый урон для этой, значит. Блин, повышение скорости. Я бы, блин, кюльки, наверное, поставил. Повышение скорости. А, нельзя, да? Ну окей. Ну давайте так. А, или сложность надо еще поменять. А где сложность-то выбирать? А, вон, можете очков типа 4 эксперта. Нормально. Да, выбираем.
Чё там, похитители сокровищ, говоришь? О, Аяка. Ну, Аяка у меня села. Аяка. Ну, все, усилен. Блин, как менять-то? А, во. А тут еще и самурай благородный. Когда она ультует, метка такая же, как у Хутао. Тоже наносит ее урон. Мне кажется, на этих проще даже заработать очки будет. Остался последний уровень. Чайник другого игрока. Подземелье наказание. А, так. Хотя подземелье наказание. А ты, блин. Пошли качели, то есть, блин. Что это за прекрасный трет из двух ДД? Какой? Тебя. Ты про Нингуан? А, блин. Меняйся, меняйся, меняйся. Как же дебильно это сделать? Ладно, да. Надо было творчески просто подключить. А, блин. Иди нафиг отсюда. Freeze to the core. Shudder. Here come the fireworks. Clouds high. The birds call. Серебряная, только серебряная. Вот это посложнее реально. Ну я же говорил. Хотя вроде казалось легче. Сначала легче казалось. Ну ладно. Серебро... Я 500 штук набрал, мне нужно. А у тебя там десятка уже скоро? Нет? 1303 у меня. Ну, через 300 применил. Ты промокод активировал? Да. Молодец.
Так, ну что мы доделать будем? Пойдем. Пойдем выпьем еще артефактов. Если выпьем что-нибудь, может. Но я сомневаюсь. Ну посмотрим. Что будете делать, если умрет YouTube? Что ты будешь делать? Я подостал БП. Как вы достал вот это вот? Что ты будешь делать, когда умрет YouTube? Я подостал БП. Угу, поздравляю, я прошел ура. На той неделе еще. Мне дали синюю молитву на сутки. Ну, всем ее дает. Я скоро уже горел в этом стандарте. Будем надеяться на что-то хорошее. Окей. Вот с тем вариантом будет Амос. Выбью Амос, это все, это победа. 59 секунд. Такое перо. Не очень. Такое себе, да? А, ты же видишь. Я вижу. Steady as stone. Юж, ну все, давай, погнали. Да блин, куда ты ушел? Зараза. Читечка, блин, будет биться тогда. Властелин колец, Элден Ринг. Кстати, нахватал бонус первого урона 94%. Это хорошо, кстати. Удивительно, да? Угу. Все ждет. Ну-ка, что это? Крит урон, защита. Какая херня. Наконец. Это идеальное перо. О, отлично, наконец. Вот сейчас хоть что-то. Перо сейчас поставлю. Идеальное перо. О, поставлю. Вот тут вот действительно повезло. Прокачай это перо сразу. Это и... Вот, видишь, тебе перо. Так, у меня был шанс крита защита. А тут защиты не будет, окей. Ах ты, пофиг, ты тут защита. Не то. Не то. Сейчас найду. Где? Вот. Вот это. О, прекрасное перо. Так. Может какой-нибудь слить? Артефакт какой-нибудь. Ну, это 20 уровень. Нифига у тебя артефактов. Нифига. А какого слить? Какой артефакт слить? Какой не жалко-то слишливый. Сейчас посмотрю. Надо а сортировать их. Ну так, пускай будут. Вот этот можно. А, это шанс крита. А, ну это 4 звезды. Как будто у тебя не 55 ранг, а 58 артефактов у тебя столько. Вот маска. Но это шанс крита. Не хочется отдавать.
Да, статы херовые, нижние. Да? Конечно. Ну окей, давай тогда сольем. Ну я, ну давай, 23 урона, я жду вас. Давай, 23 урона в студии. 13, 9 и 3. Блин. Ну хорошо, все равно. Теперь просто авто кликай, когда. Отлично. Да, отличнейшая пенит, тебе повезло. Угу, на шанс крита не очень хорош. Ну ладно. Сейчас может под конец шанс крита сам пойдет. Сила атаки, хп. ХП появилось. Ну шанс крита не нападал, но все равно хорошее перо оставь. Угу. Так, какое у меня было перо? У меня был шанс крита 9.7. 13.4 сила атаки. Но сейчас крит урон 13.2. Сто выше крит урон стал. Ну-ка покажи криты. 49.3, 135.8. Нормально. Так, блин, ну, ладно, так, так, надо 100, так надо 150. У Ивана примерно такие же нахуй. Блин, блин, не очень мне нравится такое. Ну ладно. 130 на 58 у Ивана на хутол. Я уже думаю, 4 ведьмы собрать потом. Ладно, будем пытаться еще собрать лучше. Нет, ну хорошие криты, ну что ты начинаешь? Так мне 150 надо. Так, ты успокойся, ты со своими 150. Вот Иван говорит, смогу не трать на Юльку. Да блин. Все потратил на Юльку. Да все равно особо не это. Ой, блин. Фу. Я думал, сейчас сдохну. Так, Юка хутала, давай, жги. Два тысячи. Нормально. Бонус пивра урона. Кубок на пира урон. Ты про хутаву сказал. Замечательно. Бонус пира урона. Херовыми статами, кстати. Угу. Мои хута лучше. Ну что, пойдем, да я... Пойдем... Все равно не... Кубок. Пойдем искать что-нибудь. Чё бы поискать? Поискать. Чё пожарить? Чё бы взять пожарить? Да я уже ел. Просто когда я сюда возвращаюсь, почему-то у меня... вот склонит в сон. И от такой музыки меня клонит в сон, как... Мне так, если мне музыка нравится, от нее не клонит в сон. Но здесь мне музыка нравится, конечно, но мне не нравятся локации. Восемь тысяч. Ну, шансы крита, конечно, у меня убавились. Блин, вроде идеально, но, блин, нифига идеального. Шанс крита убавился. Нифига статы не прибавились.
Телкоманисты. Да, сила атаки была больше. Ну, крита не было. Все время везет на СУП. У меня опять 21% хп нахутало. Ну, задолбали. Тут 27, тут 30. Ты сколько можно? Вот у Сяо нормальные криты. А моей хутало надо шанс крита чуть побольше сделать. Не знаю, возможно ли это. Водочник. Берег реки Айки, парец окрашенный в серебряный цвет. Во серебряный пыль, прошу прощения. Кто у нас тут гости? Хотите подняться на борт? Ай-яй-яй, давайте посмотрим. Ой, чем-то так не пойдет. Не так не пойдет. Не пойдет? Сияющая серебряная лодка мягко плывет к луне, но она не была и подготовлена для вас. О нет, не ступайте на борт, не ступайте. Ай-яй-яй, туман давно рассеялся, кто еще не взошел на борт. Водыча со золотого дворца будет разгневана, очень разгневана. Ялик, где? Ялик, где? Эй-эй, серебряная лодка, где еще солнце и горы? Все должны вернуться домой, все должны вернуться в ослепительный дворец, а то золотом горит под луной. Какой позор, некоторые дети сбились с пути и до сих пор не взошли на борт. Госпожа будет сердиться, очень-очень сердиться. Нам нужна помощь. Идите садить водку, водку. Не блуждайте, не теряйте больше, ибо нет больше скорби. Какой-то странный чувак. Согласен. Это же Сумеру хотел сказать. Это же Цуруми. Цуруми еще стороны, да? Еще птице. Неужели громовая птица оставила меня? Здравствуй. О, могучая громовая птица, прошу тебя, не гневайся. Я сделал все возможное, чтобы прочитать твои указы и наставления, но почему ты отвергаешь меня? Почему? Почему я не могу войти в туман, который ты создала? Прочесть, о чем вы говорите. Громовые камни, которые ты оставил, я придумаю способ, но серебряная лодка уже близко, времени мало. Кто такой громовой камень? Громовые камни на равнинах Аутаки. Только те, кто владеет электро, могут вернуть их к жизни. Только прошедшие через туман могут найти их. Стоять во весь рот, как громовая птица. Расправить крылья, как громовая птица. Уйди нафиг со своей громовой птицей. Вот еще сова. Совушка-сова, большая голова. О, научная тропа. Чертеж комплекта декора. О, бонус виза. О, я что-то активировал. Электро тут, по-моему, надо. Байдо лучше. Я и Мика не активируется, по-моему. А можете активировать, попробуйте. Вот. Активировал. Я и Мика махнется им веером, и все активируется. У нее не веер, у нее какая-то там палочка. Похоже на веер. Веер это у Аяки. А тут тоже надо какую-то благовонку решать, что ли? А, не, надо было, я ее уже решил, по-моему. Или не решил. Ну-ка. Скорее всего, решил. А вот сова, большая голова.
Вот я и Мика. Ага. Анито Микоси, или как там было? Значит, Дайн Слейв вернется. Ее, Дайн Слейв. Дайн Слейв. Дайн Слейв. Умирающий раб. Я и Мико, Дайн Слейв. Я не понял вас. Как, что надо делать-то еще? Mark my words. Да-да-да. Mark my words. Что сделать надо? Ну чё, чё ты скажешь в тесе? Моё время истекает. И чё? И чё? А я чё могу сделать? Я... Врачи так говорят, и чё? Если им скажут, что ты умираешь, они скажут, и чё? Там что-то в персонажах светится, ты заметил? В каких персонажах? Вот там, где люмин справа. Ну да, что-то светится, но я не могу посмотреть, что там. Почему это? Не могу. Просто открой меню персонажей. Вот так. А, вот так? Вы видите персонажи, ну-ка, что там? Ну вот, а персонаж вот, я и Мика. Вот, видишь, написано X, выберите персонажа. Ну, выбрал, вот. А, нифига себе. Ты даже не тыкал еще. Ага. Нет, они у тебя все под новым светятся, даже его. Ну да. В этом ты прикольно, да? Я вообще на это не нажимаю. Я понять не могу. Главное, на Сяо нажал, да? На Сяо нажал, да? Так, а что делать-то надо? Все зажечь эти? Вот я эту зажег, и что дальше? Да забудь ты про этих женщин. Ну, не импакт, конечно. Да где? Риф мясо. Что-то загорелось, а еще? Эй, там Макбезна сидит. Надо с ним расправиться. Ну все, Макбезны нету. Ну-ка, здесь. О! А здесь надо огнем. Яньфэй, да. Или Сянка. А лучше Яньфэй. Ну, пута у меня нет. Yeah.
А еще а, вот оно. Ура, сундук. Remarkable condition. 88%. Я возьму я и Мика пока. Alright, amuse me. Так это, качни ее. Так чем, я, чем я тебя качну? Меня до инфы докачивают. Артефакты качнуть ей. У нее говно и палки, а не артефакты. Не вообще неправильные артефакты стоят. Какие надо артефакты ставить? Либо громогласный рев, либо рассеченный эмблема. Громогласный рев, пожалуйста. И эмблемы тоже нету. И эмблема рассеченной судьбы 0. Гладиатор это. Гладиаторша. Гладиатора. Окей, давай гладиатора. Конец гладиатора. Так, ну вот, чё? Кстати, не полпотера. Нормально. Это пойдет? Да. Это пойдет. Да. Это пойдет. Это не пойдет. Вот это. Вот это пойдет. Нет. Это аниме. Нет. А у меня нет на электроурон. Сейчас надо щит убрать. У тебя статы надо. Там были нормальные. Вот на, х... вот на хп. Ну, возьми это. Пока из говна и палок собираем. Ну, ставь вот эту шапку. Да. Давай ну давай прокачаем. Я и Мика из говна и палок. Из говна и палок, я и Мика. И Мика из говна и палок. Сейчас денег столько потрачу на нее. Сила атаки повысилась. Мастерство стихии ХП. Фига, я только 200 тысяч потрачу на один артефакт. Сила атаки. Неплохо. Погнали. Прокачивай я и Мика. Это рубрика прокачивай я и Мика. Угу. Ну хотя бы гладиатор соберем. О, крит урон прибавился. О, отлично. У меня прекрасный артефакт. Шанс крита. О, отлично. Качай еще. 2-2 уже нормально. Мастерство стихий. Ой, что-то не то сделал. Так вот, 16-я шапка. Шанс крита. 9%, 9% шанс крита. Я повезло.
Вот эти часы начали, да. Погнал, кучи. Восстановление энергии. Я хочу я и Мика в сердце как-то докачать уже. Сила атаки. Долго, один? Шанс крита. А, все, артефактов больше нет, все четверку стули. Я всю четверку слил. Пятерки сливать. Ну ты ими не понял. Значит, они себе соответственно. А, ну это ХП процентное. Нафиг оно мне. Тут статы плохие. Тут ХП восстанова. ХП защита. Давай сольем. Статы на ХП нафиг не нужны. Это не только статы. Сила атаки такое. Такой себе артефакт, такой себе. Да блин. Офигеть, 700 тысяч море минус. Угу. Жестко, да? Ну да. Восстановление, так. Давайте вот эти артефакты тоже нафиг отдадим. Последний уровень надо. Ну, теперь я и Мика будет разваливать. А на ХП оно. Да блин. Не хватает. Шанс крита 9,3. Ну вот шанс крита прибавился и там, и там. Так, еще один артефакт надо прокачать. Уже не хватает. Нету, это муры. Муры мало. Окей, я Мика посмотрим. Но ХП у нее маловато. Пока что. Таланты. Таланты и качать надо. И еще вот это качать ей надо. Нефрита весь внешних морей. Вот это надо качать. Ну-ка, криты. Что? 58 на 62. Ну, 169 восстанова. Прекрасно. Угу. А восстанова для чего и восстанова? Мне и Миг не подсирает, он нужна восстанова. У нее от этого зависит. Для ульты? Ага.
ты ставишь 3 светильника и ультуешь. Как ставить? Right here. Вот так right вот? Да. Right here, right now. О. И ультуешь вот так вот. Окей. Такой круг создаешь? Да. Right here, right now. Васяу. О, а вот эту я не могу сделать фигню, я не знаю как ее. Вот это вот не просто делается. Я, кажется, понял. Ты качал наконец-то все артефакты, я и Мика. Теперь можно тестить. Вот что надо будет сделать. Нужно просто вот так вот делать, чтоб оно... Эй, сейчас это... Штука уберется. Не надо ко мне заходить. Коваломка у меня тут. Сто 149 на 36. Ну для Ямика это нормально. Кубок блага на Ямика. О, я сделал. Коваломку решил. Молодец. Go on, open it up. Show me what's inside. А у тебя и Мика 22. Так, кстати, можно убирать, я ее тут помечал. Можно пометку убирать. Или это не ее я помечал? А как? У меня книг нет на нее. Я хочу ее книгу до 90-го докачать. Не, да я не хочу еще докачивать. Так, только что там нужно для возвращения? Прекрасный вишап? Ну да. Вишапы и это Райден. Райден для талантов. Ну, Райден для талантов, а для вишапов. Так. Хотя бы теперь эта локация не темная. Ну-ка, а это что? А, тут тоже ей Мику надо. Окей. А эту головку я решил, интересно? Нет, ты эту не решил. Почему? А, нет, ты эту решил, по-моему. Потому что тут нет релейных камней. А, да, ты её решил. Я, по-моему, все с релейными камнями решу. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, это слишком, ты себя перехвалил. Почему? Потому что не все. Как не все? Вот так. Смирись с этим. 89, 92. Так, что там для вас? Ну, в общем, по 8% там и тут 11. Еще 3. Ооо, столбанная пища. И Энкономию еще надо добить. Теперь можешь заходить? Только не временно. Наверное, можно. Я не знаю, может, головоломки еще есть какие-то. А то Антон сказал, Вася тебе их искать не будет. I condemn you.
Мобильку мне придется еще качать ее и качать. Пытаться выбить лучше артефакты. Тут, конечно, артефакт хорош, но, блин. Он, к сожалению, статы не прибавил. Давай, заходи, ладно. Поищи чего-нибудь. Можешь поискать в Атацуме, можешь поискать в сарае. А ты где будешь искать? Вот здесь. Да я где угодно. Либо что-нибудь найти. Ну-ка. Вот, я и Мика нужен. Да. Не светится. Сам замешался. А, у тебя я и Мика тоже стоит. Так я и только артефакты докачал, конечно. На нее я прям хорошие артефакты достал. И крит урон, и крит шанс. Ну ок. Но у меня шанс крита сейчас... Ей почти самый лучший артефакт. 58% шанс крита. Мне крит урон надо. Идеальный кубок. Хорошая корона. Может мне надо оружие на крит урон найти? Хорошие часы. Хорошая перо. Так оружие на крит урон, блин, стоит у этой... У Яньфэй. У Яньфэй стоит оружие на крит урон. У меня на крит урон стоит песня странника. Или как она там называется? Ну, песня странника у меня у Инфей стоит. Я и у меня. Инфей хорошо бьет. Окей. Ой-ой. Ну-ка, давай. Пробуем ее. Right now, emerge. Nothing lasts forever. Ого, а вот. Decided by destiny. What a dreadful ending. Какой ужасный конец, она говорит. Dreadful ending. Да, это мы вообще нифига не можем. Блин, надо читечку маленькую брать. Блин, взрыв не коснулся, по-моему. Нафиг. Чичи, чичи. Питечка маленькая. Ой, какой хомячок, какая у него жопка красивая. Блин, как вспомнишь это, я офигеваю. Жопки хомяков, блин, кто-то рассматривает. More speed. Yeah. Thank for mercy. О, вот еще ничего уж может заверить Леонида. Да. Девочки, я не... Vengeance will be mine. Ну-ка, давай. Бам.
Так, это у нас решено, вчера решали. Давай еще что-нибудь, так, что-нибудь такое решим. Подобное. Давай что-нибудь такое решим, что никто не решал. Наверное, такого нету. Бери врагов. Давай такое решим, что никто не решит. Меня прикалывают люди, которые говорят, а сами разработчики проходили свою игру, а они обязаны. По идее нет. По идее нет. Они обязаны ее тестить, но не проходить. О, Яймика нужно. Иди сюда, заими что-то. О, неужели? А еще есть такое? О, я снова вижу Хилищурова. А вам появится чего? Не хиличур, а хиличуру, хиличуру, хилибили, хиличуру. Вот без у эта песня неполноценная. Обязательно надо. А в японском как она там поет? У-тя-тя, а-тя-тя, у-тя-тя, тя-тя-тя. А в китайском что-то такое же. В китайском чуть другое. Ну, блин, я хотел летануть. А, да? Да, 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 да. Прикольно. Угу. О, тут электрокуба есть. И я еще нашел GTA 5, ну, загадку. Электрокуба. А как ее взять? Сейчас мы возьмем. Только сначала давай загадку решим. Да, блин. Эй, ты. Собирайся. О, а, вот это. О, и птицу активируй. Подожди. Птицу активировать надо. А, птицу активировать надо? А ты Яймика активируй. Все, теперь решай. Угу. Сам решу. Это легко. Ты про верхнюю не забывай, главное. А, там еще и верхняя есть. Конечно. А их он три. Нет, верхняя вот еще есть. Вот. Так, три. Так, а верхняя как активируется? Да. Верхняя, что ли, убралась? А, я понял. Верхняя, она с нижней связана. Ну так не получится. Угу. А это с какой связано? Неудобно, блин. Так, а верхний активируется тоже? Да. Угу. Угу. Thank you.
Злорада, а? Тут не активировалось. Ага, тут активировалось. Да. Эй, а почему? Окей, решу загадку. Чё говоришь? Пошли, электрокуб теперь покажу. А, электрокуб потерял. А, он тут где-то. Сперва тебе нужен электрогранум, чувак. А, чувак, электрогранум, а где его найду? Иди сюда. Видишь, где я на карте? Иди сюда. Ты на карте... Птица, окей, птица. О, паук к тебе прилетел. Нельзя во время боя. Не нужно. Нет. Церберус прилетел. Слышу мне волки. Ща я почищусь. Сейчас почищу от волков. Я немножко поменяю постановочку персонажей. Да я сейчас добью его. Я вижу. Готов. Отправляется в свое преисподнюю. Саную, да? Ага. Так, электрогранум взял, что дальше? Теперь стой. Я пошел. Стой. Куда-то, не понял. Вот сюда пошел. Да. Там электрокул. Вот он. Нашел. А тут зачем-то еще один вопрос. И еще один бог появился. 60. И еще 60. О да, 180. Еще играть за джин. Окей. Юба, взрыв, топ. Ей бы прокачать на взрыв все. Взрыв у нее был. Это физурон взрыв? Да. Это надо все на физурон качать получается. Может, 91% Цуруми. Я думаю. Мне надо электрокубы все найти сначала. А мне надо сначала вот этих вот хиличуров избить, потому что они мне не нравятся. Ну понятно, Путао твоя не любит хиличуру. Хили-били хиличуру. Это опарыш. Опарыш? Окей. Эх, стояка нету. Стояка. Так бы я сломал бы все эти камни.
Юльке все отдал, а ей все мало. Все таланты я отдал. И только созвездие теперь давать надо. О, нифига, отдыхающий робот. Но он отдыхает. О нет, их там два. Помощь нужна? Нет, я пошел от них. Неохота мне с ними. Неохота мне с ними драться. Ну ты. Вон отдыхающий Хиличурва. Где ты робота увидел? А, вон они. Три робота. Да, три робота отдыхают. Я отдыхающий Хиличурву нашел. Где бы еще процентов набрать? Потихоньку, полегоньку что-то находим. Все роботов все-таки изобьем. Да блин, а где эти? Их нельзя оставлять безнаказанными. Где мой барбит? Ну, Юлька-то уже... Нафига ты, Юльке, быстро ульту-то заряжаешь? Да, у меня меч на восстановку стоит, у Джин. Церемониальный? Нет, ты чё? Стой, меч в вагоне. А. Да, хороший меч. А у меня стоит... А у меня тоже на восстановку стоит, у Чичи. Он, значит, плохо восстанавливает, да? Ну да. О, наши лучшие друзья. Дыхающие собаки. Церберусы. Ну да, церберусы. Не трогай мою чичи. Ты все статусы накладываешь, а я запутал и сбью. 34 тысячи хп ухутал. Да блин, где ульта моя? Ну, сейчас всех троих. Вау. Красиво. Угу. Вон что-то, красивый план. Что это сейчас было за глюк? Как будто меня отнесло куда-то. И твоя Джин тоже куда-то унеслась. Так, ты знаешь, где еще есть эти электрокулы? Или мне пойти эти находить штуки? Тебе надо будет Яймика взять. Возьму. Ну, когда найдем эти штуки. Сакура или что там за фигня. Так, еще 7 надо где-то найти. Пойду еще смолу сделаю. Жир в оригинальном костюме лучше. Да, в оригинальном костюме, да, реально лучше. Так это, так второй костюм, это цензурный. Китая. Ну да, правительство Китая такое непонятное стало. Please.
Вот тем, вот чем тебе Dark Souls запомнился, Солером и Прейдесан, да? Многим игры запоминаются только чем-то странным. Игра сама странная, да? Угу. 10 тысяч. Да худа, укритани ты уже на 200 тысяч. Я могу сделать еще дофига, кстати, этих. Мне надо только ходить и собирать вот эти вот штуки. Я могу все собрать, кстати, электрокубы. Я пошел искать мусор. Я могу 7 электрокубов спокойно найти. Мне надо только вот цвет сакуры вот эти взять и все. На острове, на руками. Ага, как раз таки ты их за яйца соберешь. Ну да. Где только за яйца берутся-то. Ну или за Лизу. За всех электрических, электронных, хотел сказать. Вон она, кстати, одна. Ты можешь вон помочь. Или ты не будешь? Ща. 20 тысяч нормально сносит. Ты там где кого-то нашел? Да, этих. Потуи. Ничего, Юлька справится с ними. Тут шевроны падают. Вот бы пока добило 20 тысяч, да? С каждой физической работы. Ну вон по 16 у этого бьет. У Алекса. Кацин бьет. 16 с удара, блин. С обычного. Что ты мне хотел показать? Я видел его кацин, офигеть, блин, офигел. Да вот, тут же бывает. Вот она. Мне вот эти штуки нужны. Вот эти. Да. Вот эти вот цвет сакуры. Чтобы находить электрокулы. 7 штук. 7 штук мне надо будет сделать, значит, надо 35. 35 таких штук найти. О, отдыхающий робот. Антон говорит, что я не умею уворачиваться. Нифига ты долбишь. Нормально, кстати. Это я и Мика так фигачит? Да, я и Мика подхутал. Я и Мика подхутал. Ой, блин. Я помню, Алекс мне искал эти штуки. Вот, давай. Вот она. Так, 5. Еще надо найти. О, кубик. Вот еще одна. Солер? Да какой солер? Имя это запомнилось. Ну понятно. Блин, The Sun, это же он. Семь. Что за сейчас? Что значит Blaze the Sun? Восславь солнце. 8. А где еще? Ну давай поищем. Ты знаешь, где много этих розовых штук? Дурак отдыхает. О, ну здорово. Давай его сейчас быстренько погнали. Стоп. И погнали. Ух, нифига он. Малец. Давай, это я и Мика. Мощно. Прям как винтик какой-то. Да. Видишь, и винтик не нужен.
Right now. God's over. More speed. Crush. Merge. Freeze to the core. Eye for an eye. Go. 276 тысяч она отличит себе. Юлька? Да. Это с обычной атаки. Ой, с обычного взрыва. Было, кстати. Ну-ка, проверь-ка. Стали 276 тысяч или мне показалось? Я не знаю. Стрим надо смотреть. Но обычный взрыв. Что? Это был не обычный взрыв, это был не мощный взрыв. Так, а где эти штуки-то? Цифр было настолько много, что мне показалось. Мов ты показалось. Мов там, было... по-моему, 6 было все-таки. Мов 26 тысяч. Ой, блин. Я думаю, я сейчас разобьюсь. More speed. Нормально так чистить, конечно. Чистить сразу плохих парней. Ага. Вот, вот плохие похитители сокровищ. Хопы, хопы, нету. На, держи. О, сейчас как раз таки минуту на копе, сейчас попутану. Да на них даже ультовать нет, нет смысла. Не стоит. 18 тысяч вон там снимал. Я? Ну... Юлька 18 тысяч. Не знаю, с яи или под яи. Под яи. Под яи, блин. Под яйцами. Ну, о, тебя... А тут ты сундук забирал? Я забирал здесь все, по-моему. Ну-ка. А, тут же еще этот. Блин, что ты сделал сейчас? Все сломал. А здесь я... еще один друг. Кто? Олег, я... еще один. Ну я тут 100% же. Ну правда, когда было 100%, я еще 3 яйца сундука еще тут ношу. Да во время 100%. И электрокуб нашел 3 штуки. Только нажми исследовать. Иди сюда. Подошел сюда. Исследовать? В чем? О. Машины зайдут. Нет? Мора, 100 моры. Нет, значит забирал. Да я все тут забирал, что мог. Пойду сделаю этот электроштуку. Пойду электрокул. Кстати, говорили, что электрокулу нельзя искать с помощью этой штуки камня. В совместном режиме. Нет, можно. А мне говори, нельзя. В риске нет элементальных укусов. Ты что сделал, дуралей? Зачем его в монстре завязал? Вот теперь новый крафт. Почему? Его не надо новый делать. Ох, ладно. О, он тут. Он исчезает только когда это находится. Во, в Йосиории. Там, где этот. Магу Кенки.
Я все электроголуби из этой штуки собрал. Ну вот я не знаю, ну, как собрать. Потому что у меня 100% написано, как я тебе соберу. У меня тоже было 100% написано. Ничего. Ну окей, ну окей. 100% в локациях тоже есть много чего. Где электрокул? Это 100% это просто обман. Иллюзия. Да и он так же сказал. Но мне главная цифра. Ну да. О, есть... тут. Вот тут он где-то. Тут он где-то. А где он? Здесь что ли? Ну-ка найди мне его. Вот здесь, наверное. О, тут фея. А вот и электрокул. Фея электрокул, прикинь. Ура, фея. Пошли за феей. Фея, это почти как Хома. Ну, эти мусорные статуи у меня закрыты. А вот эти штуки, а нет, это электрогранул. Все усыпальницы я тоже нашли. У меня нет. Так электрокулу мне надо, чтобы усыпальницу закрыть. Эй, а чё ты зависла-то? Эй, давай в свой сад. Эй, в свой сад быстро давай. Ну что, слепой, вот же она становится, нет разве? Нет. Она у меня зависла. Да серьезно, она зависла. А вот же ее сад, видишь, да? Ну я вижу. Зависла там, где и сад. Ага. И что я с ней делать должен? Вот так. Товарищ Фея, иди в свой сад уже. Сейчас я прилечу к ней обратно. Ох уж эти феи. Застревают в своих садах. Вообще, почему это сады? Какой это сад вообще? В каком месте? Ну не похоже уже на сад. О, 21 тысяча. На тебе. Иди нафиг с лопатой. У. 19 990. Нет, по ним нормальный урон проходит. На самом-то деле. Блин, а я забыл, где фея. Я сделал пометку, она, видимо, под всей этой фигней. Внизу где-то. Блин, для Саю надо вот эти кристальные мозги. Хотя смысла их качать вообще никакого. А этот качал Саю? Тот самый стример. О! Фея. Да, качал. А, фея все еще застряла, видишь? Пока у него планы. Короче, фея, она застряла, и она не вылезает. Я даже перезашел. Так, давай найдем еще Сакуру. Ну вот это прикол, конечно. Для Яймика найдем что-нибудь. Ой, с Яймика еще найдем. Сакуру эту. А где еще эти сакуры? Где сакура? Угу.
Мне еще две штуки, чтоб еще один сделать такой. И что ты так по одной штуке будешь делать? Ну. О, это очень долго. Ну а чё? Искать тоже долго. Лучше ты будешь Сакуру помогать находить. Я помню, с Алексом эту Сакуру искал. Сарай 92, Цуруми 91, Батацуми 92. Алекс, что-то и не в голос никуда и не заходит. Что да, уже все. 2 плюс 2 было бы прикольно. О, нашел Сатурн. Так блин, я тут дерусь с Хиличуроми. Сейчас я их отзрываю. А я с самураями. Окей, самураи, Хиличуровы. Все они на одно лицо. Не сказал бы. Это так сказано. Сто те слабаки. Так, куда ты? Где ты там? Где ты осел? Я думал, ты сейчас скажешь азиат. Азиат? Да. Не, ну ты-то не азиат, ты чё? А, вот он ты где. Ну и где Сакура, показывай. Вот она. Еще одну давай. Сейчас найдем. Ссы в трусы. Понятное дело, что в трусы ссать нельзя. И срать туда нельзя. Издеваешься. Ну раз пошли такие разговоры, чё? Я присоединяюсь. Распугайте голубей. Чего? А что это такое? Распугай голубей. А где они? Ладно, я распугаю. По-моему, по крышам их надо распугать. Я у них вообще яйца украду. Серьезно? Странное задание. Распугайте голубей. Я у них яйца. Эти голуби опустошили, их надо прогнать, иначе их полях ничего не останется. А Пайман только сейчас опомнилась. Да, да. А задание уже выполнено. Ну консервы что могут съесть? О, благородные самураи. Благородно они меня режут. Да тут навзрывали, блин. Устроили тут какой-то Вьетнам. Где Сакура? Эй, Мика, где Сакура? Эй, Мика. Кстати, я тебе еще кое-что хотел сказать. Эти Сакуры электрогранумом тоже собираются. Да? Ага. Я не знал. Теперь знаешь. Окей. Ну как по мне, я просто электроуроном. Просто электроперсонажем мне легче. А так, в принципе, разницы нет. Просто никуда бегать не надо. Сразу в стол перед Сакурой ударил. Электронную атаку и все. Или Чурва. Что, 20 тысяч? Ага, под Яймика. Под Яймика. Под Яймика.
Вот она, я нашел. Я нашел ту, вот она. О, самураи. Ну пошли самураев тогда тоже забьем. Ну я этого. Давай, кто быстрее? Мой готов уже. Мой быстрее сдох. Ничего. И чё ещё отыграешься? Ну, у меня под пивасный ей миг, я же сказал. Пивас ей миг. Пьяную ей миг. Показали Венти, который бухает. Угу. Три кружки сразу. Поговорив слово, ты дурак, зачем ты его доиспользовал? Ты теперь опять тебе придется крафтить. А она не использовалась. Она не используется, я в курсе. Мама, ты дурак. Да, да, дураком назвал меня просто так. Вот фея дура, блин. Фея дура, блин. Фея не нашла даже свой сад. И где? Ё-моё! Это чё? Это в воде где-то, блин. Ну так ищи лодку. Ой, лодки. Вон слева лодка есть. Я вижу. Я вижу, что слева лодка. Туда сейчас тебе будет World of Warships. World of Warships. World of Genshins. More speed. World of Impactions. Ой, я нашел благородного самурая. Ой, я нашел GTA 5, да? I condemn you. Так, ну-ка. Иблис! Он меня убил. А он меня убил. О новых версиях GTA что-то уже как-то не слышно. Так ты воскреси меня. Юлю. Да я воскрешаю Юльку. И чё её делаю? Пришёл к твоей лодке. Кузнец. Да подожди, пока про лодки. Тут у нас благородные самураи. Купец. У них старые горды, которые для Райден нужны. Ой, ещё. Райден, я не критую. Давай, бейся. Когда обычные враги довольно-таки быстро бьются, это так радует. А никогда, блин, в играх, блин, обычный враг бьется, блин, как босс. Это так бесит. Помни мои слова. Ладно бы там боссы. Боссы, ладно. Но когда обычные враги как боссы, это полная фигня. Я обычные враги как боссы. Ну да, там обычный враг. 1, 2, 3 удара. Ну, 4 удара. А когда, блин, обычный враг там по 10 ударов надо нанести. Ну такое. Ну это только это не мини-босс какой-нибудь там. Мини-боссы это еще нормально. Ох, электрокуля. Электрокуля, далекуля. Далекуля. Это в воде. Интересно, эта вода почитается в сарай или не в сарай? Не, она не в сарай почитается, она на Исиори. Как вы находили вообще эти электрокулы без компаса? Я фиг знает вообще. В воде вот эти электрокулы.
Да, как тебя находили, не знаю. Уже не помню. Ну, Антон находил, по-любому. Я тоже находил. А Антон там может, да, найти что угодно. Хоть чёрта. Любая GTA 5. Хоть чёрта в камине. Слышишь, любую версию GTA 5. На ваш выбор, да? Любой каприз. Все, World of Tanks. Василий уходит, идет World of Tanks. А, вот она. Вот она, я нашел ее. Вот она, в маленьком островке. Все, я нашел. Я нашел. Это моя лодка, вот эта вот. Да. А тут что у нас? А тут что-то есть? Назад. Я так понял, это все, да? Больше ничего нет тут. Блин, ну как вот я могу увидеть эти островки? Как? А вон туда из. Йо, GTA 5. Ой, World of Tanks будет. Ну я так понял, тут ничего нету. Пойду посмотрю, что там. Да, видимо, здесь ничего нету. Ни в сарай это не засчитали, ни в цурум. Окей. Так. Ну чё, еще 5 будем искать? Ага. Ага, опять звук как из унитаза. В смысле? Унитазный мальчик. Хорошо, нафиг. Ну ладно, я жду тебя. Где там, где мои сакуры? Какоми. Так как? Да все с какоми понятно. Я какоми, блин, не убиваю. Хотя бы я хотел, но блин, мне надо или Райден, или какоми. У меня выбора нет. Нафиг тебе это Райден, тварь. Лучше пускай у тебя будет 2 хиллера. Нет, Райден. Нет. Все равно не выпадет ничего. Давай, вот она, Сакура. Ты Сакура нашить? Нашить, Сакура. И тут говнюк. Мак. Я еще говнюк нашел. Я еще говнюк нашел. Да, говнюк нашел. Ключи, как они. Я покажу свой скилл с телефона. Ну, там World of Tanks. Самая важная игра в мире. Давай.
Я не могу активировать. Может, через электрическую вот эту штуку можно активировать? Ну-ка я попробую. Чего у тебя там не получается? Мужик. Чего не так? Где? Так вот она. Так вот, на что-то я пропустил-то. Вот. А, про это? Конечно, а про что? Я думал, ты загадку какую-то суперумную нашел. Ага. 100% локации. Блин, ты сколько раз говорить? Давай еще сакуры поищем. Где сакуры? Сакуры. Где они могут быть, эти сакуры? На руками написано. Дикая природа на руками. Дикая природа, это имеется в виду где угодно, да? Ну там, где дикая природа, да. Хорошее объяснение. Здесь может быть? Ну там, где дикие звери. Там где дикие волки. Там где много церберусов. Если что, церберус это собака, но у нас есть другой церберус. Во, я нашел. У нас есть другая собака. А, я могу сам активировать электрогранулу. Вот я взял электрогранулу. Ну блин, не очень удобно, ну да ладно. Но у меня электрогранул просто был с собой. А еще где? Я еще хочу. Там еще что-то нашел? Нет. Я только пока две нашел. Мне еще три надо. О, я нашел сразу две. Иди сюда. Иди сюда. Сюда, иди. Дай еду. Ты наверху, ты наверху что ли? Не, ты вот тут вот сначала собери. Пошел сюда быстро. Да иди ты. Командуй. Ты нифига офигел командовать, а? Я сейчас к тебе слечу. Ты писаешь три штуки, ты че? Ну-ка, где ты там? Яймичка, вон она, сидит. Стоит. С лисьими ушками. Отдыхает. Реально тут штуки. Две штуки. Еще одну давай. Пошли. Вот она. Ура, пошел еще одну делать. И вон еще один золотой пельмень, иди сюда. Какой еще золотой пельмень? Иди сюда. Я еще две штуки нашел. Золотой пельмень. Это что за выражение такое? Просто золотой пельмень. Это что-то новенькое. Золотой пельмень. Золотой пельмень. О, и золотой жук. И вот еще золотой пельмень. Золотой пельмень, блин. О, два. А, нет, это траманаку было. Я траванаку перепутал. Ладно, пойду сделаю еще один. Майк, My words.
Make my words. Лиуэ. Лиуэ. Почему-то говорят не Лиуэ, а Лиуэ. Лиуэ. Но мне больше нравится Лиуэ. Ага. Я нашел проклятого Тануки. Угу. Так, поблизу нет элементальных окулюсов. На острове Йосиори. Пойдем в Атацуми. Акуми? И в Атацуми нету окулюсов. Все, в Атацуми все собрано. Электрокулы все собраны. Сайрай. Сарай, короче. Окей, сарай так сарай. Сарай Сайраймару. Да, конечно, я тут. Я твой сарай шатал. Ты охерел, что ли? Ты все знаешь, с кем ты разговариваешь? Ну да, знаю. Ты все знаешь, кто такой? Я вообще Эйнштейна и Смолга убил. А я как будто их не убил, да? Ты убил с читами и со склейкой, я по-честному. Да, да, конечно, конечно. Конечно. Я тут Тануки нашел. Я дебильного Тануки нашел. Никогда их не любил. Ну Китти Босси был замечательный, он Пайман троллил. Как он там говорил? Помпон? Да. О, тут можно я и Мика. Хотел сказать Лизой. Лизу, ну нафиг эту Лизу, я и Мика. Отъезжающий босс. А, у меня я и Мика дохлая. А, это Тануки был. А я думал, это что-то, блин, с Яймика. Для Яймика это... Как... Видишь, какие Тануки твари? Ну да, превращаются в другие вещи. А эти вещи интересуют тебя так же, как трусы Юли. Ну да. Райс. А я так и не понял, а где здесь электрокул? Или жопа хомяка? Да, жопа хомяка меня не интересует. Меня интересует электрокул. Попробуй найди, твоя хутава там ищет хоть. Моя хутава с подпевасными артефактами ищет. Малышку Джирай. Иди сам с собой играй. А меня, так сказать, не задевай. А мне подро. Чи. Чего? Нет, я навернулся вниз. Я навернулся с высотки. Прям как руки. Сейчас все в неудачник. Малыш, Кудзюрай, Кудзюрай, рай, рай. А где здесь электрокуля? О, сундук! Сундук. А я этот сундук не знаю, как взять. Какой? Вот этот. Там киселек?
Кто где? Какой делюк? Там, короче, решетка, вот она. Видишь? Знаешь, что решетка? Как открыть-то? Электрокул как взять? Мы вот электрокул за решеткой тоже. Кутау надо вывести. Кутау? Да, кутау вот еще, вывести. Вот этот электрогранум не работает. Потому что кутау надо вывести. Да блин, кутау ни при чем тут вообще. Видишь, я не могу туда попасть. Кутау-то не попадет. Пойдет. Нет. Да. Надо врать, а. Это если я разрешу. А, понятно, блин. Опять про не пошло. Давай честно все говорить. Да блин, где здесь электрокул-то? Неужели он за той решеткой? А как ее открыть? Где? Какой электрокул? Покажи мне. Пальцем тыкни. Ну вон он меня показывает. Ты мой стрим то ли не видишь? Теперь я же в игре. С телефона. А с телефона у меня стрим был включен. Ты чё? Ааа. Всё, уже не видишь. А у тебя на карте не показывает? Я вижу танки. У меня нет. Мне не показывает. У тебя должно показывать. Где тебя показывать? Ну-ка. Ну вот здесь где-то у меня электрокуб показывает. Вот, свой электрокуб. Вот в этой области. Ну ты. Вот я здесь хожу, но не могу электрокуб найти. А решетку я тоже не могу открыть. Взломай. Мне показывают, тут там сундук. А как его взять-то? Где? Вот здесь. Как-то надо обойти. И где твой странный сундук? Ну, а вот он. Нашел. Санус. А, вот, открыть дверь. Открыл. Я решетка нашить. Ну да, я не... сундук. А как с этой... Офигеть, там роскошный сундук. Плюс еще и фея. А как туда попасть? Сейчас будем думать. А я ношу... Это люк. Я этот люк не открывал. Я думаю, это лестница декорация. И как-то может обойти надо. Ну вот где-то что-то здесь надо делать. Ну вот тут стенка какая-нибудь есть, я не знаю. Секретный путь. Себе... Вот как туда попасть? Как? Так, сейчас будем думать. Сейчас все решим. Вот я до сих пор сюда попасть не могу. Не очкуй, шаришку. Да не очкуй, я просто не могу понять, что, как туда попасть. Кисы. Да хорош. Хорошо же говорить слова. Не сы, да что-то там еще, блин. Как туда попасть-то, блин? Ты так и не сказал. Кстати, смотрелся. Я?
Да, только что. Я ничего не сматерился. Чего? Ну-ка. Тебе показалось. Да туда никак. Вот видишь, все. Очень прикол. Так. Че, гуглить? Помню, да, гуглить что... пойдешь? Нет. Я не помню даже, чтобы у меня это было дешево. Я знаю, у кого это решено, но этого человека уже нет с нами. Он что, умер? Нет. А как этот, вот эту активировать фигню? Как активировать? Да что активировать? Что ты ноешь? Электрогранум. Я не знаю, блин. Я хочу электрогранум активировать. Ну ты молодец, конечно, использовать перо Цуруми и так сыры. Не знаю. Ну я не знаю просто, что придумать еще. Куда ты убегаешь? Куда приди, порядок наведи. А куда вот такая? Ну да. Пускай тебя убивают, мне вообще посрать, да? Да ладно, я справлюсь. Я без хутау бы справился. А вот это, что такое? Это не нажимается? Не нажимается. Я думал за этот вот это вот колесико или что это дернуть. А тут что у нас? А кто там моргнул так? Это были штаны. Это Юлька. А? Господи. Юлька электричеством получила. По какому месту? Да по всем местам. Куда ты пошел? Искать. Так все уже, ты вышел из локации. Не из локации. А из места. Right. Так а зачем ты вышел из него? Потому что если ответ не может лежать на земле, то значит он находится с одной оружием. Окей. Ну окей. Мно, конечно. Ну и ладно, ты ищи снаружи, а я буду искать внутри. Разделимся. Давай. Найди этот чертов GTA 5. Угу. Я тогда его найти не мог, и сейчас найти не могу. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Песня Fatboy Slim. Oh. Блин, такое объяснение, что надо просто взять да пробить тут. Организовать пробитие. Сломать вот эту вот этот пол. Чтоб оно пробилось. Но нет, видимо, не пробивается.
пробитие, мордобитие. Я видел, как Дима на России играли на этой, на укулеле. Mm. Вот этой вот гитаре. Или как она там называется? Так у нас вроде был вот такой человек, который играл это. О, он играл другое. Нет, тебя тогда еще не было. Мы тебя тогда еще не знали. Сухирил? Да. Да ты слишком охеревший, смотрю. А Зидер ты знал? Зидер? Угу. Я не знаю, кто это. Зидер. Но мы бегали с Зидер. Антон бегал, Зидер. И еще кто-то. Алекс, по-моему, тоже бегал. И там кто-то играл. Гимн какой-то там пришел. Четвертом, и он играл гимн это СССР. И что-то еще играл. А, Линкин Парк играл. Ну, Линкин Парк, я помню, что играл. Какой-то чел заходил когда-то к тебе. На Райден. За Райден играющий. Ну да, помню. А я не такой. Выпуваешь рукой. Так, где это, блин? Почему так не очевидно это говно? Может это опять как там было? Окно какое-нибудь наверху или еще что? Стефан, сука, Фэтбойстрим. Рокфеллер Сканк, опять ты тут поешь. Мне больше всего нравилось «Я мама». Пух за темпо, пух за темпо, пух за темпо, за темпо, пух за темпо. А я эту песню в каких-то гоночках услышал, и мне понравилось. В каких-то гоночках? Серьезно? Need for Speed, по-моему. Need for Speed, по-моему, не играла эта песня. Пуф за темпо, пуф за темпо, пуф за темпо, пуф за темпо. Всё моё. Скэнг запоминается больше всего. А если я понял, бэ... Basement Jacks. Where you? Блин, мне прикол. У вас все хорошо? Да, у нас все хорошо. Дай жопу. Дай жопу. Я угораю. Дай жопу, это все хорошо. По-японски. Дай жопу. Какой-то смех просто. Может, здесь где-то надо вылезти? Может, в какую-то дырку? Может, надо какую-то дырку надо пролезть, наверное. И пойдет молоко. Ой, извини. Ой, господи. Я не такой. Ну, полази рукой. Да.
Блин, ну что-то тут надо делать по-любому. Да дерюка надо вы. Убивай своего дерюка. Да у меня есть дерюк, зачем мне еще один? Мне он сойдет. А мне он нужен? Тебе? Ну так, для того, чтобы ящик положить. Стрэн будет валяться. Ну, Алекс положит тех персонажей, которые мне интересны, а я буду ложить персонажей, которые ему интересны. Тебя яко интересно? Фиг знает. Ну, персонаж хороший, но я играть на ней не умею. Тоже не умею. То ли дело Хутао, или Ганьюи. Ну да, Алексу не нравится Хутао. Может, вот тут что-то? Рвань мою хламу. А, вот. А дырка какая-то. В эту дырку ничего не сделать. Да ты сейчас все песни смешаешь в одну. Тебе ремиксы делать надо. Мэшапы, да? Мэшапы называется, да. Ой, блин, какое, блин, говно. Ай, я пострадал. Может, надо электрогранум, реально же, да. Но мне электрогранум-то недоступен. А, вон доступный электрогранум. Сейчас кроем молоко. А, вот еще какие-то ворота, видишь, они... Но они не активированы, как их активировать? Ну, ведь рыбу это как... Коровы. Медь. Что тут делать надо? Не надо бат нау. The fuck so good. Praise, praise, praise the sun. Да хоров. А почему не работает-то ворота? А ты другое яйцо открой. Электрогранумом. Какой? Быстрее, какое яйцо? А, надо было электрогранумом другое и открывать. Другой электрогранум вот этим электрогранумом, что ли? Ну. Так можно? Да. Ну где он? И ничего. Нифига. Ты, я сказал вообще-то вот про это дерево. Ой, дерево, вот это вот круг. Чё? Какой круг? Ну вот это вот поле, которое сверху. Я не понял, какое поле. Вот! Показывай. Я не вижу нифига. Ты издеваешься. Электрогранум бери снова, если он тебя не пропалышит. Он уже просрочился. Просрочка. Выкидывай. Просрочка, да. Пятерочка. Просрочка. Пятерочка выручает. Меня она нифига не выручила. И то же самое. Так, где ты? Где ты, Прейдесановская? Яймика. Где Яймика, блин, где? Да где, блин, твоя электрогранумская фигня? Ты что, электрогранум потерял? Да. Где твоя фигня, которую надо активировать? Он видит горы. Горы. Алтайские. Или не алтайский, иди сюда, короче. Что ты к алтайским горам придрался, а? Иди сюда. Не трогай алтайские горы. Иди сюда, иди сюда. Не бросай меня.
Да что тебя не бесить-то, у меня опять электрогранум закончился. Возьми ты электрогранум. Так ты не показываешь нифига. Нет, я только что показал. Блять, где бы нахрен? Вот здесь что ли? А, вот это? А это как? А как туда? Прейс, прейс. Прейс Васян. Прейс, прейс, прейс Васян. Прейс. Прейс Васян. Васян, прейс. Давай, говори, где? Показывай. Показывай свои яймика. Подошел. Подошел. Так, вот, ну у тебя есть яйца. Чё дальше-то? Куда? Наверх. Ты нормально, показывай. Наверх. Ну и чё? И чё? И зачем сюда? Для чего это? Ну и для чего и это? Сюда. Ну сюда, не сюда, не сюда, ты чё? Вот сюда. Куда наверх. Сюда, блин? Да вот наверх, ё-моё. Я застрял. Да ты маг мой ворс. Ты не можешь подсказать нормально. Я что, я наверху. Ну ты нифига не подсказал, блин. Ты как-то вообще все сделал через жопу. Так завтра звал. Да нифига ты ничего не сделал. Да. Ты херел, что ли? Ну тебя нафиг. Я тебе прайс достану сделаю сегодня утром. Что? Что ты сейчас за чушь сказал? Ты сам-то понял, что сказал? Конечно. Так какую надо? Ты сказал, какую-то надо там, что-то вверх. Ну давай, показывай еще раз. Ты взял? Сейчас возьму. Да и показывай свой яймика, блин. Просроченный этого не делаю. Иди сюда. Давай уже. Иди давай уже, все пошел. Фига ли ты так летаешь? Дальше. А, вон куда. Ну и че тут? И чё? Быстро. Вот это вот. Быстро, быстро, быстро. Ворота активировать? Не-не-не-не-не. Вот это вот. Видишь вторую? Быстро, быстро. Так у меня нету. Ты не успел. Какой не успел? У меня нет уже. Да бери, бери электрогранум, а то сейчас и там восстановится. Ой, ну все там восстановилось. Да ё-моё. Придется все заново делать. Серьезно, надо так вот так вот в скорости, что ли? А может один полетит в одно место, другой в другое и активируем вдвоем? Нет, так нельзя. Так нельзя? И что, серьезно, вот так надо активировать или нет? Или опять ты что-то придумал свое? Так в книжке игры написано. Да ну нафиг. Не верю я тебе. В смысле? Ты че? Претесанты. Иди восставляй свое солнце. Иди сюда, быстро. Цепи и кольца. А ты вот эту вот штуку можешь возвращать? Стелься, ломай мое солнце. Можешь повращай эту штуку? Вот, возвращнул. Еще вращи. Ну-ка, еще вращи. Зачем я тебе вращать буду ее? Тогда меня отправят к решетке, мне не надо к решетке.
Ты, блин, Солер, крутани еще раз ее. Да к решетке отправит, блин. Да никуда. Да какой же ты умник, блин, пипец просто. Ты, блин, Солер. Да не Солер я тебе, блин, Соляр. Все, она сдохла. Солярис. Я не успеваю так, как ты хочешь. Она уже это исчезает. Когда одну активируешь? Ага. Ну-ка, сейчас проверим. Когда одно активируешь, все, оно это... Есть один план. Ты, короче, активируешь справа, а я слева. Я это и предложил. Вот, я активирую. Активировал? Ну да. Вот! Активировал. Ура. Ну-ка, теперь вращай эту фигню. А это не работает. Не вращается? Читается? Какого фига? А зачем тебе это вообще нужно? А это обратно в решетку. Да ну дебилизм. Ну зачем это нужно тогда? Не знаю. Как это решить? Ну, придется гуглить. Я не знаю. А если я вот так сделаю? А, вон как может. Смотри. Я понял как. А, там можно все-таки так сделать? Фу, блин. Можно, сейчас попробуем. Ну это надо будет вращать. Это загадка века просто, как говорится. Сейчас посмотрим. Ради сраного роскошного сундука. Да ладно, сраный, нормальный. Да. А я не могу, что ли? Не могу. А. Блин, не успел. Ну, короче, можно, но не думаю, что это получится. О, господи. Да блин. Да блин. Да, не хватает у меня. Мне не хватает скорости. Юга слишком огромная. Ой, блин. Твою же портал надо было крутить. Давай чичи возьму. Я сказал, чичи слишком маленькая. Меньше моего хуй. Меньше твоей Яньфэй? Меньше моего... Окей, я понял. Да блин, какой капец, а? Да куда? Я не сюда хотел.
Ой, блин. Может, вообще не так надо. Мы опять придумываем велосипед. Чичи сказала faster, окей, faster, быстрее. И еще быстрее. Окей, даже можно. Ну, успел, и чё? Я успел, и чё? Ничего не произошло. Ничего не произошло. Не так надо делать. А как делать, я фиг знает. Василий, что-то ты тут на фигню какую-то несешь, поришь. Я ничего не делал. Давай, говори как правильно. Чё как правильно? Откуда я могу знать? Вот и я не знаю. Я сказал тебе один вариант. Придется гуглить. Да этот вариант вообще фигня какая. Ну да. Столько времени убиваешь на этот вариант, а ничего толку. Угу. Короче, это Сейрай. Сейрамару. Деревня Косеки, Сейрамару какая-то. Я не знаю, как это вообще найти. Это вообще какая-то неочевидная хрень. Может, повернуть колесо надо где-то. Или еще что повернуть. Поверни свое колесо. Или дырку где-то найти. Дырка. Найди свою дырку. Ага. И там вот эти ворота. Главное. Во в чем прикол? Вот Ава сидит без дела. Бездельниц. More speed. Damn. Просто придурков пускает, как шарики. Шарики из жвачки. Ага. Shutter. Ну вот как открыть это говно? Как? Что-то твой? Я все обсмотрел, я не знаю, что тут делать. Что, бомбанулось? У меня да вообще представления нет. О, как этот Михайо. Ай, Хоеверс. Хоеверс, ну. Хоеверс. 2.5 часа уже стримим. Ну, больше, чем вчера. Но мы будем больше искать. Как открыть эту решетку? Здесь вообще ничего нет. More speed.
Если вы хотите меня забить, не добавляйте, то не пожалуйста. Чего? Чего говоришь? Есть хорошее решение, забить на эту задушку и потом решить. Да, ко мне надо найти электрику. В этой области. Хочешь пить? Белеса хватало, да? Где электрику? Может, он не идёт вообще на поверхности? Ну, не знаю, где он может быть на поверхности. Ну, в воздухе, например. Не я, кстати, знаю, электрокул присутствует. Но для него надо будет постараться. Тебе надо будет для него кое-что взять. Кое-какую фигню. Электрогранул. Этот электрокул, это там, где стация грома, где летишь, вот там тут. Ну, другой электрокул, который я хотел тебе показать. Для этого тебе понадобится, чтобы до туда долететь, искать. Эмбер мне понадобится, да? Нормально. Я попробую залезть сюда, может тут электрокул. Сэй Раймару. Мой ворс. Майк. Это же место или другое? Это там, где я или типа что? Там, где я стою. Или это же? Непонятно, это или другое. Если я переверну. А, нельзя перевернуть. Как непонятно где электрокул. Ну вообще непонятно. В этой яме вряд ли. Ну да, это та самая яма. Та самая. Чё думаешь, наверху? Электрокул. Я не знаю. А где наверху? Вот я без понятия, где он может быть наверху. Мне кажется, внизу. Наверху негде. Думаю, где-то тут.
Непонятно. Где он? Ну что это кошмар, а? Вообще непонятно, нифига. И этот электрокул уже еще не первый раз, по-моему. Ну это электрокул именно. Ну я вообще вот эту решетку не знаю, как открыть. Уже, наверное, какой раз сюда прихожу. К этой решетке до сих пор не понимаю, как ее открыть. С электрокулом не знаю, может быть то же самое. Мне нифига не показывают. Вот показали оба, где он может быть, а я не могу понять все равно, где он. Я запарился его искать. Ну вот я использовал, а теперь мне надо найти. Я не знаю, что делать. Я не могу найти. Как ты все электрокулы нашел? Да, некоторые на воде были, некоторые в 100% локациях были. Но мне показывают, где она. Дело в том, что... Она вот здесь. Сейра... Мевду... Вот здесь, в центре, да. Вот между Сейраймару и деревней Косейки. Вот здесь она. Когда у меня был 7-й уровень статуи, я, кстати, все электрокулы собрал сразу. Ну, я не знаю, я не могу. Я не понимаю. Я с 7-го сразу на 10-й перепрыгнул. Ну да, благодаря Антону, не забывай об этом. Антон-то находит, а ты-то нет. Опять вниз я пойдем. Да не нашел я... ты. Мне не могу найти. И ты мне помочь не можешь. Нет, электрокулы я находил именно сам. В своем мире. Ну как, что сейчас не можешь найти? Я что, грибу? Не знаю, что ты гребешь. Вот все. А, так значит. Нет. Я не грибу и все. Окей. И как нет. Сундук вот этот взять? Тут есть дыра, но в нее упасть, по-моему, нельзя. Да есть там дыра, но в нее нельзя упасть, да. Тогда будем что-то искать. Ну, этот сарай.
долбаная громовая птица. Как активировать это говно? Нифига найти не могу. Бесполезный до ужаса. Я вообще понятия не имею. Как залезть наверх? А зачем тебе наверх? Ну не знаю, или наверх, или вниз, я не знаю, куда-нибудь. Вот тануки. Тануки — это не то, что нужно. Ты цинка. Вали нафиг отсюда. А чё твоя цинка атакует меня, как ты снизу? Потому что я сверху что-то поищу. А вот там что-то найду. То есть ты теперь будешь... Да, да. Где тануки? Тануки где-то был. Опять у тебя что-то превратился, я не понял во что. Здесь где-то куда-то надо идти. Так. Ну-ка проверим. Ну это понятно, я отсюда вышел. Еще фею надо довести. Досада. А где она? Она внутри корабля. Да? А как мне ее вызволить, эту фею? А, ты мне сказал уже там за решеткой. Ой, блин. Все, что надо, все за решеткой за этой. Может там электрокул. За решеткой там электрофея. Они зеленые. А, не синие? Не зеленая, не дождь.
А, вот она. Я нашел синюю. Синюю. Она не синяя. Каким боком она синяя? Ну вот она. Угу. Это аномафия. Да хоть анима, хоть чё. О, открыть дверь. Доведём её до сада. Хотя одна не довелась. А, тут рычаги какие-то. А эти рычаги что дают? Попробуй, подергай. А, ну вроде тут все дергано уже. Жить как долго и вести. А, ну вот она ведет к этой лестнице, да. Туда, куда надо. Все, я привел ее. Ура, фундук. 93% сыра. Еее, 93%. Так, мы попробуем вот наверх дома. Тут нет дырки в доме. В доме не должно быть. Чего? Я говорю, в доме не должно быть. Дырки не должно быть. В доме нет, мне кажется. Вот опять. Сундук. Может, тут это реальность какой-то пол надо проломить. Мало ли что ясно. Мне кажется, что что-то вот за этими полями скрыто. Да какими полями? Вот эти, которые электроварные надо открыть. Да нифига. Там дуешь. Я говорю, пошел покурить. Так и не понял, где. Ах, и все думаю, думаю. Может, наверх залезть с того корабля. Полистаться, да? Сэй Римару, с он там называется. Ты Раймару? Ага. Ой, сейчас. Почему тогда-то нашел, а сейчас найти не можешь? Каким образом ты ищешь вообще? Не напоминаю, я просто не скажу, не забываю. More speed. Окей. Time to scout. Да, извини.
Антон говорил, что все сбывает, а в итоге все помнил. Между Сейрой Мару и деревней Касеки. Но мне пришлось выйти из игры. Пик поймёт где. Скорее всего внизу. Электрогранум как это активировать? Суперстар покинул мир. Замечательный суперстар. Так я же попутал. Ты думаешь, что если на телефоне вышел из игры, то я там так и останусь? Угу. Телефон. Чё он мне показал? Туда? Неудивительно. А, тут ещё и головоломка, что ли? Или она решена? А ты не снял загадку с этой? Тут, по-моему, головоломка. Я говорю, у тебя там должна загадка с этой камней появиться. Вот камни. Да, да, решай. Решай. Что ж ты сразу-то мне не сказал? Что тут есть? Бегали тупо, блин. А где камни? Я как тебе решу без камней? Ищи камушки. Релейные камни, где они? Что я знаю, где они. Они там, где вот это вот хель, вот это вот поле. Вот тут вот, да. Открой поле, и там будут камушки. Да, я же сказал. Капец. Михаил, блин. Ой, я дурак. Извини, Слава, пожалуйста. Ага. И думаю, чё не так? Чё делать надо? Ну, совместно движение всё-таки надо, нет? Оказывается, тут вот так всё. Оказывается, мы вообще дурак. Кажется, мы оба дураки. Вот зачем это надо было делать-то? Ты правильно говорил, что надо вот это вот лифт использовать, но ты неправильно сказал другое. А, стой, я попробую-ка три соединить. А, нет, там же это еще есть. Кого три соединить? Да вон, видишь, ты когда летел, они у тебя соединялись. Ну ладно, ставь камушки. Так. Теперь тебе надо вот с этим соединить, видишь, да? Ну, так. Примерно, только ты один камушек не задел.
Угадай, какой? Это все? Вот, видишь, сейчас. Поставь вот этот вот камушек в другое место. Вот, нет. По-другому. По-другому. Нет. Вот тут. Так там еще один камушек есть. Да мне кажется, и с этим можно. Ты попробуй. С двумя? Да. Это выглядит, в принципе, проводимо, но... Ну-ка. Не получается. Нет? Мне. Не соединяет. Значит, перейти нужно все-таки. Будь он не лазен. Игра намекает на третий. Угу. К сожалению. Да куда ты? Куда собралась? В опале береза стояла. Это дурацкая фигня багованная, меня бесит вообще. Какая именно? Ну, соединяйся теперь. Почему она... Почему она не соединилась? А сейчас... О! Во. Все открылось. Решетка открылась. Ура! Ё-моё. Тут враги. Ура! Порадовался, извини. Наконец-то этот проклятый корабль, блин. Извини меня, дурака. Ну что поделать, всякое бывает. А то у меня чего много. Могу просто сказать. А тебе надо выйти. Я не догадался, блин. Короче, все, что невозможно, решается, я, короче, понял. Все, что невозможно решить совместно с Джимми, решается в одиночном. О, роскошный сундук. Роскошный сундук, роскошный. 10 килограммов? Да. Его стоило? Да. Тю, дебилизм. Оно не стоило того. Оно не стоило того, чтобы я бегал за Альбедо по карте и... А где, кстати, электрокута нету? Ха. Да что, серьезно, что ли? Ага. А электрокута нету? Я все вместо купил. Подожди, тебе наверху. Видишь вот эту вот штучку на карте? Треугольник такой. Но... Он тебе рассказывает. Значит, электрокул наверху находится. Я не нашел его и наверху. А электрофея куда-то свалила. Я ее потерял. Куда она? Теперь тебе надо найти вход в корабль. More speed. Да вход-то в корабль легко. А чё это-то не исчезло? Я же решил... Да. А, вот электрофея появилась, смотри-ка. Куда она? Где электрофея? Вон. Где? Она. Вон, на электродинаме стоит. Да на электродинаме она уже стоит. Да, вы я видишь, понял. А чё говонка-то решилась же? Чё они? Эти лазеры-то опять. На электродинаме? Здесь? Где она? Я говорю на другом электрограмме. На какой друг? А, на том столь электрограмме. Да, там где загадка вот эта была. А и зачем? А, призвать электрограмму, все. Ну-ка. Теперь должен электрокуб появиться.
А, вот, наверное, сейчас будет электрокул. Нет? Не будет? Серьезно? Не будет? Вот сейчас будет. Че, видимо, надо высоко подняться. Подожди, поверни-ка наверх. Подожди, я еще раз попробую. Это тот электрокул, о котором я думаю, который очень высоко находится, дохера высоко находится, которому хер длинный хер летишь. Ну-ка, наверх поверни. Где электрокул-то? Да, это тот самый высокий электрокул. А как его взять? Это вообще не очевидно, как его взять. И вообще он есть. А как ты его взял? Это такую надо махинацию продвинуть. Короче, нельзя. Все там делают манифестации дома. Сейчас, покажу. Чё делать надо? У тебя с голосом проблемы какие-то. Чё надо сделать с этим электрокубом? Так, у тебя листочек есть? Подготовь листочек. Блин, какой листочек? Зачем мне листочек? Чтобы парить быстрее. Блин, да какого нафиг? Я так запомнил. Если ты не будешь парить быстрее, тогда ты не соберешь этот электрокул. Мысли парить быстрее. Листочек такой. За репутацию, да? Забыл уже что? А-а-а. А где его дают? Ты видел, что произошло? Да, он у тебя есть. Ты видел, что произошло? Я на цицинку так напрыгнул, и удар пошел 10 тысяч, и цицинка умерла. Я сам не понял, что это было. Значит, я в какой-то хитбокс попал. Наверное. И вот так, конечно. Кривой, да? Кривой. Так. Что там надо парить? Мне крылья какие-то особые нужны? Какие нахер крылья? Крылья ничего не дают, по красоту. А чё мне надо парить быстрее? Что это значит? Сейчас. Ты вообще тебе электрокул лучше видно будешь собирать. Но я тебе покажу. Давай, Хиличурва. Взял листок? Нет, я не взял листок. Я буду так слушать. Листок надо взять какой-то. Листок так. Бумаги мне надо взять и ручкой что-то начертить. Ты нормальный. Мысли. Ну я так думал, что листок, чтоб я запомнил, что надо сделать. А здесь еще альбедо нужен будет. Да ё-моё. Да чем альбедо мне? Какой листок? Что это за листок? Так, теперь лети. Теперь вот видишь вот этот вот камушек? Слева. Папа, ты бомбанул? Вот видишь справа есть камушек. Вон видишь? Тот, вон там. Мне надо перелететь босса? Тебе надо с вот этого камушка запрыгнуть вот на тот камушек, где фиолетовый кристалл такой, видишь?
Ну вон напротив. Ну да. Или какой? Филит, давай показывай, сам лети. Сейчас, сам лети, сейчас, я за тобой полечу. Сейчас покажу, как собрать это. Ты куда-то ушел? Так по-другому иначе не получится, я не долечу до этого камня, ты чё? А, я не там стою, что ли? Не там. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Вот сюда надо, видишь, куда я лечу? Вот на этот камушек, с этого камушка вон туда. Так я и так могу вот так вот прилететь, вот. Я сказал, на другой камушек вообще. А тут электрогранум есть. Да, вот так. А, да, реально, там электрозоном есть? Да. Ты? Вот он. А мы с Антоном по-другому это смотрели. Вот, вот так вот. Теперь стой там, путник. Я просто по электрогранному пойду. Ты что делаешь? Вот. Что ты сделал? Ну вот высокая точка сюда. Ой, блин. Чуть не сорвался. Вот сюда. Вот сюда, да? Правильно? Угу. Теперь бери листок в предметах. Чё за листок? И лети. Все, лечу. Листок в предметах? А где он, листок в предметах? Каких предметах? Вот, видишь, я лечу. Так, блин, листок в предметах. Какой листок? Такой красный. Ткань? Веник красных перьев называется. Красные перья. А где он находится? Из красных перьев. А где он находится в предметах-то? Ты же знаешь, где предметы есть? Тут много у меня предметов всяких. Да господи, предметы, которые... Ресурсы, видишь, инструменты. Инструменты. А, вот, увеличивать скорость парения 30% в течение 30 секунд, предмет, наделенный загадочной силой. Вот с этим предметом мне надо парить, да. Куда-то. Я парю, да. Я к тебе я парю, короче. Ты неправильно сделал. Тебе да. Надо не с этого электрогранула, а с другого. Смотри. Еще раз показываю. Да ладно. Как-нибудь разберемся. Так, блин, далеко. Я полетел туда. Понял, здесь парить придется дофига. Вверх. И с этого электрогранума идти вот сюда, вперед. Все, иди. Если сюда найду этот электрогранум, пока ты там летаешь. Угу. У меня сейчас закончится сила. Я не смогу долететь. У меня уже все минус. Надо заново. Так у меня не хватит, у меня не хватит силы-то. Как это пройти-то? Мы смогли. Значит, ты можешь. Так, наверное, Эмбер надо взять. Зачем? Эмбер может, я нет. Я без Эмбер сплю. Эмбер может, Эмбер может, все что угодно.
Ладно, этот электрогранул ой, электрокул соберем и все, и на этом закончим. Конечно, электрокул капец просто. Идиотизм какой-то. Самый высокий электрокул в мире. В мире. Так, а надо использовать перед вот эту штуку? Или, или не, или использ, не использ вообще? Какую? Ты про вот эту вот штуку? Да, да. Лист вот этот. Использовать его перед полетом? Да. Прилети сразу. Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Угу. Mark my words. Вперед лети пока что. Летишь? Угу. Лети, лети. Лети, лети, лепесток через западной. И восток через север и или юг. Ага. Пусти. Фигли здесь электрокул не появляется. Ты что, его собрал что ли? Нет, мне показывает, что он тут. Но он не появляется нифига. А, ты его нашел таки? Так у меня показывает этот, что он тут. Он показывает, что он ниже. А показывает, что он ниже сейчас. А я тебе про другой электрокул говорю, который самый высокий в игре. А, вон он, я вижу его. Но я его сейчас не возьму. Я разбиваюсь. Это самый высокий электрокул в игре, да? Да, видимо. О чем я и говорил. Блин, я не... Его можно забрать только из вот этой вот точки, там, где манифестация грома. Ты его по-другому не сможешь. Блин, я не могу его собрать, я не успеваю просто. У меня давай, заканчивается шпал. Сила. Если бы Эмбер... Эмбер, может быть, смог бы. Да возьми Эмбер тогда. И все. Так не хочется Эмбер брать. Я без Эмбер собирал. Так ты какой-то стыд чувствуешь. Когда Эмбер Эмбер берешь, стыд чувствуешь какой-то. Итак. Если хочешь идти за мной, я тебе покажу, как его собрать. Блин, у меня, кстати, исчезла уже эта штука. У меня тоже сейчас скоро исчезнет. Нет, исчезла не вот эта штука, а другая штука. Где электрокул находится, исчезла. Потому что я его нашел. Но не собрал. Его фиг соберешь. Ну самый высокий электрокул в игре. Привыкай. Мы долбанутый электрокул. Я сейчас упаду. Летишь за мной? Где-то он здесь. Вот он! Вот он! Иди сюда! Быстрее, 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 лети! Лети, ты успеешь! Мужик, давай! Давай, 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 давай! Вот где-то примерно тут падай и все. Он собран. Давай, 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 давай. Я не долечу. Долетишь! Давай! Давай, собирай! Ну! Давай! Да, собрал. Собрал, всё, собрал и падаю уже. Можешь атаку больше. Офигеть, чуть не разбился. Все, электрокул собран самый высокий в игре. О, капец, вообще говёный электрокул. Идёт 4%. Ладно, все.
Я устал с этими электрокубами. Еще электрокубы собирать, господи. Завтра тоже. Надеюсь, завтра. Или когда-нибудь потом. Так, осталось 4 электрокуба. Как тебе электрокуб? Ужасный. Как вообще это можно догадаться и собрать такой электрокуб? Вообще бы не подумал, что он тут. Что вообще вот так надо его собирать. Это какая-то дичь просто. Иди статуи, отдай свои электрокулы. Я уже отдал. Сколько осталось? 4. Ну вообще-то 5, еще один для коллекции. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules. Ладно, все на этом. Заканчиваем. Ага. Ну что же. Ах, с горем пополам. Ну что, все, спасибо. Всем спасибо, кто смотрел. Один спасибо тем, кто смотрел в записи. Подписывайтесь на канал на YouTube Нащенок Гейми, также Facebook и Одноклассники. Всем удачи и до скорой встречи. Еще увидимся. Пока, всем пока.